Интересно, как важно это, да, для творческих людей, как это про любовь, когда каждый день новая картинка, то один цветок встал, то другой, то одно дерево зацвело, а то другое. Это вот живая изгородь. Теперь внутрь посмотрим, что ж такое родовое поместье. Это, конечно же, дом. Человеку где-то аж надо быть, спать и есть, да? Но и в то же время все поместье – это и есть живой дом. Потому что куда бы вы ни пошли, везде для вас, все для вас. Вот протянул руку ягодка, протянул руку или слух свой, и слышишь, как птица для тебя поет. Или пробежало какое-то животное. Они вот задали вопрос, что животные не трогают. Нас не трогают животные. Мы с ними находимся в содружестве. Мы для них как они соседи. Для нас соседи, да. Они очень умные создания.